Стихи фельдфебеля 13-й стрелковой роты лейб-гвардии Павловского полка, участника русско-турецкой войны 1877 года, Александр Пономарев. В 77-м году пришли к турке, ко врагу, русские войска. Русские войска, шли сюда мы не гулять, пришли турку побеждать российским штыком. Российским штыком повстречался басурман, без похмелья стал вдруг пьян. Так он ошалел, так он ошалел, и вдоль на дубняка турки завали дерька. Плевну убрались, плевну убрались, а как плевну убрались, как задачи задались. Чем вас нагадать?